В минувшую пятницу на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин отметил заслуги Бурятии в росте инвестиций и создании благоприятного инвестиционного климата в регионе. Отмечу, что запуск регионального инвестиционного стандарта позволил многим субъектам федерации сделать рывок в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. По традиции, его итоги представлены на площадке нашего форума. Скажу о них немного подробнее. За последний год, благодаря обмену опытом и тиражированию лидерских практик, свой интегральный индекс улучшили 74 региона России. Это гораздо больше, чем годом ранее. Бурятия вошла в топ-5 лидеров России по росту рейтинга инвестиционного климата. По данным Минстроя Республики, в прошлом году в общем объеме сдано более 469 тысяч квадратных метров жилья. Из них 166 в многоквартирных домах. В то время как годом ранее этот показатель составлял всего лишь 41 тысячу квадратных метров. За два последних года объем ввода жилья вырос в 4 раза.